Доброго времени суток, YouTube. Доброго времени суток, уважаемые психофизиологи, медицинские клинические психологи. Коллеги, все мы с вами знаем замечательную патопсихологическую методику, которая называется опосредованное запоминание по Леонтьеву. Она неизменно пригождается в случае исследования опосредованной логико-смысловой памяти. Взрослый вариант у нас в лаборатории есть. Кроме того, я вам должен открыть тайну, что в 50-е годы прошлого века были разработаны аналогичные методики для детей. Всего было сделано два варианта этих методик. На данный момент на своих экранах вы видите 9 карточек одного из этих вариантов. Соответственно, их всего 9 этих карточек, их несколько меньше, чем во взрослом варианте, понятно, но это не важно. Я вам хочу открыть маленькую тайну. У нас есть еще один вариант этой методики, и мы успешно используем их при диагностике детей до 14 лет. Это слишком сильно сказано, до 14 лет, но до пубертата, до 11 лет. Мы стараемся применять не взрослый вариант, хотя в общем-то современные деньги с акселерацией и так далее неплохо справляются и со взрослой методикой опосредованного запоминания. Но тем не менее, что есть, то и предлагаем. Соответственно, я вам показываю не в полном объеме и без размерности. У них очень хитрая размерность у этих картинок. Значит, если они не будут соответствовать этим нормативам, методика работать не будет. Я вам открою тайну вот в каком виде. Я вам открою слова для запоминания. Как вы знаете, методика состоит из двух частей, самих, собственно, карточек. А кроме того, всего существует в этой версии методики 5 слов. Вот я вам их открываю. Дерево, время, чай, волосы и работа. До 11 лет мы применяем, для детей до 11 лет, мы применяем именно вот этот вариант методики. Если человек уже постарше, несомненно, лучше использовать взрослый вариант методики. Вот обратите внимание, вы видите, это детская версия, вариант 1 из 2. Повторюсь еще раз, не побоюсь этого. У нас всего существует два варианта детской методики, именно детской методики опосредованного запоминания по Леонтьеву. Вот такой вот маленький вам секрет открою. Это будет интересно прежде всего клиническим, медицинским психологам, работающим в клинике, в детских каких-то отделениях. И это будет, несомненно, интересно учебным заведениям, школам, детским садам. Пользуйтесь, господа. Работать без инструмента, а это наш инструмент, как у плотника, там пила, молоток, у ученого микроскоп или еще что-то, для нас с вами, уважаемые коллеги, это является определяющим. Каждый в своем столе, в выдвижном ящике, должен иметь все без исключения, каждую из более чем, их немного, к сожалению или к счастью, должен иметь каждую из патопсихологических методик, рассчитанных на разные возраста, детей, взрослых и так далее. Речь сейчас идет о исследовании как опосредованной логико-смысловой памяти в этой методике, так и собственно мышления, потому что при грамотно построенном ЭПИ, экспериментально-психологическом исследовании, мы по этой методике с успехом можем оценить и мыслительные процессы, качество уровня мыслительной деятельности ребенка или подростка. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!